Дорогие друзья и зрители нашего канала, чтобы у вас было понимание, это Меркури. Да. Все сюда заезжают с чемоданами. Это Бревис. А мы? Пульман. Едем. А это Саша. С инструментом сюда. Вы представляете? Вы представляете, что происходит, дорогие друзья? Это Сочи, Краснодарский край. Все сюда заезжают с чемоданами отдыхать, а мы приехали с инструментами. Уровень, дорогие друзья, уровень, понимаете, растем. Это сейчас, вам уже не те... Сейчас мы проверим, уровень здесь или не уровень. Это уже не те квартирки, знаете, там по 18 тысяч там, за квадратный метр. Уже все, уровень, дорогие друзья, мы выросли. Ну что, Саш, скажи, что случилось, почему мы здесь? Здесь наш любимый заказчик. Да. Передаем ему огромный привет, Сергей. Да. Вот, приобрел шикарный апартамент. Да. 55 квадратных метров. И... Так как он, мы ему сделали ремонт, сделали ему очень хорошо, качественно, в сроки и за хороший ценник, доверил нам сделать здесь ему то же самое. Мы сейчас поднимемся в апартамент, покажем вам тот ужасный ремонт, с которым здесь люди проживают за огромные деньги. Мы не понимаем, как это вообще возможно было бы. Мы вам сейчас покажем, как люди здесь проживают, сколько денег платят. И потом расскажем вам, что мы будем там делать. Пойдем? Погнали. Ба-ба-ба-ба. 10 этаж. Бляха-муха, опять ты здесь. Вот я пришел отдохнуть в отель, блин. Че ты вот приехал сюда? Я что приехал? Да. Нет, я хочу тебя просто выяснить. Откуда бабки на такие отели, Саш? Да какие бабки? Что мы находимся в этом... Шарм-эль-Шейхе, что ли? Да. Это Сочи, Краснодарский край. Нет, какая? Это Сочи, Краснодарский край. Но это, извини меня, Бревис, понимаешь? Бревис. И каким образом ты, обычный работяга, прораб, нарисовался в Бревисе. У меня вопрос. Короче. И у нашей бухгалтерии вопрос. Расскажу историю. Абсолютно бесплатно я здесь сегодня отдыхаю. Абсолютно бесплатно. Бесплатно? Да, потому что у нас есть заказчик, прекрасный заказчик. Сергей, вам огромный привет. Вот, мы ему сделали ремонт в Дагомысе. И 86 квадратных метров города Португалии. Да, и он же у нас заказал ремонт. И он сказал, как там скучно, ребята, жить. И пока мы здесь сегодня демонтировали, я здесь отдыхаю. Он говорит, как там, говорит, скучно жить. Три кафешки, да, крутая 30-ярдная набережная. Круто, очень круто. Дагомыс, классное море, нету волнорезов, все круто. Но он говорит, ну, три кафешки на Плющихе и больше ничего. Больше нету ничего. Не погулять, не отдохнуть, ни развлечений, ну ничего нету вообще. Мы говорим, Сергей, ну вы, во-первых, заслужили, а во-вторых, вы можете себе это позволить. Вы обязаны, он сказал, я обязан. Поэтому 54 квадратных метра, 55 миллионов рублей, завидуем молча. Ужасный ремонт. Не пойму, как люди здесь вообще пребывали, жили, отдыхали. Ну, весь вопрос в локации. Здесь только локация рулит. И... 1000 ресторанов, вся инфраструктура, все крутые комплексы, улицы и море в пешей доступности. Парки просто... здесь. Ну, здесь все, очень... цирки, парки. Здесь даже на этом, в этом парке, даже по выходным, приходят эти, как они, не блошиный рынок, нет, а коллекционеры. Да-да-да. Выкладывают там все свои там монетки, шмонетки всякие. Ну, здесь очень интересно, то есть там... Кто-то поет, кто-то что-то делает, там, ну, очень круто здесь проводить вечерами. Она, вот этот парк, он шикарно подсвечивается, там поставили, ну, я не знаю, да. Ты увеличишь. Мы сейчас, мы сейчас выйдем, покажем. Стелы огромные, ну, такие арки. Да. И они все горят там разными цветами. Здесь просто невероятно. Ну, короче, ты тоже, я так понимаю, хотел бы здесь в апартаменте, да? Ну, или здесь, либо он в Хаяте, все тоже нормально. Вот с выходом, да? На балкончик, да, вот такой. Ну, какие наши годы, господи. Ну, подождите. Да, какие наши годы. Ну, там еще, кстати, за Хаятом строится отельчик. Обсудим это все. Дорогие друзья, короче, 1 300 000, 1 400 000, от 1 000 000 примерно плюс за квадратный метр. Готовьтесь. Сейчас нам напишут там, вы что, с ума сошли, ублюдки, дебилы. Вот, так, что у нас что здесь? Что мы будем делать? Начнем это с... у нас, мы находимся в кухне и гостиной, она так и останется, наверное, кухня и гостиной. 100%. Мне Сергей примерно скинул, что он хочет, все это хочет зонировать, чтобы здесь была дверь, но не хочет этих трапеций всяких, сделаем... Прямой сюда простенок поставим, сюда его подведем, поставим сюда нормальную стандартную дверь. Да. Ну, может быть, не стандартную, может, повысокую. Здесь сделаем то же самое. Угу. Это спальня у нас с выходом на балкон. Да. Вот, балкон, посмотри, кстати, очень широкий, то есть он от этой спальни и до этой гостиной, то есть до конца. Огромный балкон. Круто. Это будет спальня. Да. И нам нужно сделать еще одну спальню. Да. А из чего мы будем ее делать? Пойдемте из покажу. Из чего? Из чего, когда ее нет? Да. Она есть. Опять шапок можно будет. Пошить? Можно. Вот здесь, получается, мы выстраиваем перегородку. Вот этот шкаф демонтируется. За этим шкафом у нас гардеробная. Да. Переносим перегородку вот сюда. Да. Дальше, чтобы увеличить то пространство. Да. Ставим ее сюда. Вот. Вытяжку, естественно, всю эту переделаем. Выставляем сюда. Угу. Вот. И здесь у нас будет спальня. Как свет сюда будет попадать?
трудом, да. крученым. Да. Вот здесь будет стеклянная дверь, стеклянная здесь есть вытяжка. Угу. Вот, ну, там увеличим на 1.5 метра, и какая-никакая у нас получается спальня. Да, здесь получается, ну, хорошая будет, может, спальня, кровать, нет, там телевизор, угу. Все замечательно. Так, входит. Система здесь у нас, вентиляция отсутствует. Почему? Нет, вот, есть, да, вытяжка, есть. Вытяжка просто вытяжка есть. Так, смотри, значит, это мы переносим вентиляцию, вот эту вентиляцию мы наращиваем потолок гипсокартоном, да? Да. Переносим, соответственно, кухню-гостиную, спальня большая родительская и спальня детская. Да. Пополам, что ты видишь здесь? Исторический какой-то кварцвинил? Это доисторический кварцвинил, но он, десятилетней давности прослужил очень хорошо. Смотри, угу. Вот за это время с ним ничего не произошло. Ну, действительно. Да, правда. Вот только там швы потемнели, но это все, угу. Если париком пройти. Ну, с учетом того, что здесь половина людей в обуви ходила, шаркала, да, да. Отлично, да. Показал отлично себя. Показал себя. Вот. Здесь у нас, ну, ванной, что? Керамическая плитка. Вот. Полный демонтаж. Все полностью демонтируем. Меняем концепцию. Ванной не будет, будет душевая кабина. Здесь будет стоять унитаз биде. Так, унитаз подвигаем? Чуть-чуть, на 5 сантиметров. Угу. Прям вот, прям чуть-чуть. Здесь биде, здесь у нас 40-сантиметровый шкафчик начинается. Угу. Вот. Дальше выходим, наверное, на 45-ю либо 50-ю раковину. Да. Она уходит у нас в трапецию душевой кабины. Да. Вот. И здесь у нас шкафчик. Все. Угу. Все. Ну, в принципе, да. Стиралка будет... Ванна достаточно вместительная, я хочу сказать. Просто она неправильно немножко тут спланирована. Ну, да? Это вообще какой-то кошмар. Да, это все надо убрать, вот такие оттенки, дорогие друзья. Но это было когда-то стильно, модно, молодежно. Время ушло. Да. Время ушло, дорогие друзья. Ну и пойдем на балкончик. Да. Ну, естественно, вот это все мы будем убирать. Что? Ну, там на кухне вот эта вытяжка, вот это вот все. Это все уйдет. Странная история, да. Вот это, да, ты имеешь в виду? Да, да, да. Ну, угу. Ну, а расскажи еще, что у нас по жарке. Потолки, кстати, у нас потолки гипсокартоновые, они останутся гипсокартоновые. Именно эти потолки, извиняюсь, да. Потом там что-нибудь запикай. Да, конечно. Вот. Система пожаротушения под давлением всегда находится, работает, и она должна быть в каждом апартаменте. Поэтому теоретически мы можем это все демонтировать, переделать систему пожаротушения. Все это разрешено. У управляющей компании есть лицензия на обслуживание этой пожарной системы, да. Пожаротушения. И они разрешают изменять конфигурацию. Отключаются там две смежные квартиры от этого, угу. Переделывается, все это прессуется, принимается их специалистами и спокойно переделывается потолок, какой мы захотим. Но уходим от этого сложного варианта, потому что это а. Будет дорого, б, это будет долго. Угу. Нам это нужно сделать быстрее, чтобы сюда, да. Заказчик заехал, отдыхал и получал удовольствие от этого приобретения. Свет, естественно, весь переделывается, убираются вот эти вот ужасные направляющие, блин, газа, какие-то там они светильники, ставятся треки, либо это будут линии какие-то световые, либо еще световые что-то. Линии, что-то еще. Неважно, что здесь будет, но будет очень круто. Угу. Хорошо. Мы еще сами просто не знаем, что здесь да, будет. Мы пока что по планировке, только нам Сергей прислал все, что он хочет. Да. Потому что в прошлый раз он тоже сам все прислал, что он хочет. И Саша уже все это реализовал. Ну, а выходим балкон шикарный. На шикарнейший балкон. Вот это надо тоже демонтировать, поставить здесь стекло. Можно, можно. Это подрядная организация, управляющая, да, которые это делают. Только именно они, потому что зеленое стекло, чтобы все это не выбивалось из общего, да. Ансамбля архитектуры. Да. И хорошо, поэтому это надо сделать. Разрешено, да. Ну и немножечко теперь давай, куда приблизить мне камеры? Да здесь куда не приблизь, везде красота. Там парк. Да. Здесь у нас парк-отель. Там Хаят. Там морской переулок. Там всякие рестораны, блин, кафешки, потом развлекуха, клубы. Все это находится вот в этой локации. Море тоже здесь, Саш? Море тоже здесь. Вот оно. Мне кажется, Сергей сидит морем в Дагомысе. И да. Ему вот уже охота, да. Какого-то... Движняка. Вот, движняка, да. Да, да, да. Поэтому мы переезжаем сюда. Весь движняк здесь, дорогие друзья. Если вы хотите, еще раз говорю, что-то здесь прикупить, готовьте 1 300 000 за квадрат примерно и покупайте. Плюс на ремонт, естественно, если это в Брэвисе, вам еще ремонтик обойдется немножечко. Ну, я думаю, если вы позволите себе жилье за 1 500 000 за квадрат, я уже думаю, на ремонт вы потянете. Это парковочное место здесь стоит 5,5 или 6 миллионов. Поэтому, я думаю, наши с тобой 300 рублей в час, что мы сейчас припарковались, это правильное решение. 300 рублей в час? Да. Ну, мы сейчас попробуем позвонить Анне, скинуть ей эти чеки, да, и скажем, что мы заезжали. Бесплатно вы? Да. Хорошо. Тебе на разгрузку, да?
Ну да. Хорошо, давай в конце, почему все-таки надо по ремонту обращаться к нам? Твоя козырная фишечка. Моя козырная фишечка в том, что... Да нет, вот, ну, почему ну что, надо? Ну не первый раз да к нам надо, обращаться. Я говорю, не надо, нужно к нам обращаться, не да. надо, нужно. Да. Потому что мы, а, доделаем ремонт, б, сделаем вот таким, какой вы хотели, какой вы ждали, что вы от него ждали, и с, это будет все в те оговоренные сроки, которые будут прописаны у нас в договоре. Да. И что важно, как говорит Саша, вот показатель, да, не то, что мы сейчас стоим в Брэвисе или в Пульмане, да, выходим, так сказать, на новый уровень, дорогие друзья, нет, то, что заказчики уже это, ну, естественно, неоднократно за наш период времени, да, ну, обращаются к нам повторно. Да. Это важно. Вот это уровень. Я думаю, что это важно, когда тебе повторно позвонили, не сказали другую компанию, да, там нам делали эти, да, сюда. Ребята, сделайте нам еще раз. Потому что они спокойно, они знают, и они в очередной раз к нам обратились. Это круто. Можете поразвлекаться, сделать сами. Можете не развлекаться. Можете не развлекаться, и мы вам сделаем. Я еще одну парочку нашел, смотри. Первая парочка, вот они сидят, да, смотрят на нас, в нашу сторону, вот они uh-huh. отдыхают. А вторая парочка, посмотри, выше, там вот, гораздо лучше у них ситуация, видишь, выше и правее. Вижу, вот да. они гораздо круче все. А у нас вообще здесь круто, потому что я представляю, здесь будет стоять столик, как он сейчас вот. Здесь стоит, да, и здесь с видом панорамы на море, кайф. Друзья, ждем от вас заказов, ждем от вас ремонтов, скоро вы увидите, как здесь будет все происходить. Пока-пока. Пока-пока.